Так, обзор на полочку, а точнее на изделие вот это вот, закрытый ящик, полочка. В общем, на САП не смотрите, вчера было темно, я еще ничего не убрал, САП будет убираться. Место тут, в принципе, вагон, усилитель, думаю, перенести туда. Сейчас покажу, куда. В общем, крепится это барахло на полозьях вот здесь и вот здесь. То есть оно вставляется с той стороны. Так, сейчас у нас тут усилители еще стоят. Усилитель, думаю, отсюда убрать. Вчера экспериментировал со звуком вот этих вот усилителей. Вот этот двухканальник звучит куда интереснее, лучше, чем звучит вот этот четырехканальник. Короче, ужас, а не звук у него, честно сказать, после верха, после моих систем в дома. В общем, усилители, думаю, сюда. Усилитель сюда прифигачить куда-нибудь. Вот, здесь она тоже крепится, вставляется, и вот в этих разъемах она вылазит. Получается, этот провод на рацию идет. Вот, и вот так это дело все выглядит. В общем, где-то в районе 30 литров на каждый динамик вышло в целом. Сделано это для того, чтобы можно было вот так вот сложить сиденье и что-то длинное положить. Самому можно лечь, вот так вот я ложился спать, вот здесь подушки ложил, она опускается нормально, ровный пол становится, туда ноги просовываешь, можно спать, в принципе. Делал эту полку для того, чтобы избавиться от саба, в принципе, и немножечко поддать панча. В принципе, поддал панча очень много, теперь не слышно даже дверей. Очень печально, что все так происходит, так что буду, наверное, их распускать чуть-чуть побольше и делать их чуть-чуть потише, чтобы было слышно там, и чтобы был панч, и чтобы был бас небольшой. Потому что саб все-таки как-никак, но мешается все-таки. Он занимает объем, а у меня здесь будут вещи, я езжу по командировкам, поэтому мне нужно всегда накидывать всякого шматья, всякой ерунды. Еще была идея поднять полку еще выше, вот до сюда. Но потом уже не видно зеркалом, не видно вот это вот пространство, которое вот здесь вот в окно, в это в заднее. Поэтому идею я эту откинул, я сначала так сделал, потом переделал. Вот. Но зато сам влез, померил, послушал. В целом, блин, ну, как сказать, они не играют вместе. То есть саба, во-первых, мало для двух двинах таких эстрадных. Во-вторых, они не сшиваются по фазе. Я пробую контакты переворачивать. На одном треке нормально, на низком, на высоких треках фигово. Срезал его, насколько возможно, на усилитель, там 55, что-то написано. Выше 55 не играл, чтобы они играли от 50 примерно, так генератором тон погонял. Нифига, все это фигня. Либо слушать только его, но нету панча, просто бум-бум. Причем такой мягкий, хороший бум-бум, но без каких-либо ноток на качество звуков, типа панча какого-то и в целом звука объективного, потому что слушать в дверях одни шестнари, хотя у меня их четыре, то есть в каждой двери по динамику стоит, пусть штатных, но от усилителя, но все-таки погромче. Но как бы, блин, не очень мне нравится идея с шестнарями, потому что они 6,5 дюйма, давайте называть их, потому что они не играют панч от слова совсем, даже в машине, даже при условии 4. На фоне таких двух двенашек они просто дохнут к чертям, к собачьим. Поэтому, в общем, вот такая вот полка здесь у нас, сейчас скажу, 16 высота, 100 ширина, глубина 40, вот сюда вот 40. Так, ну и вот эта ступенька, я уже не помню, честно, размеры. 17 вот здесь 17, здесь 8, и получается 23 сзади. Вот и посчитайте сами, с какой тут у нас объем вышел. В целом, от 40 панчить начинают, от 50 уверенно на 100%. То есть, прям идеально. Сейчас расскажу, что у меня случилось. У меня вчера колба рассыпалась, кстати, где-то она тут валяется. Короче, это говнище автозвукерное. Автозвук вообще говно в целом. Вот эта вот волосинка там, она нагрелась, вот видите? Не видите, потому что не стоит. Вот. И она сместилась в сторону. И вот, видите, сместилась. Там вот получается пайка вот здесь, вот пайка. Реально пайка. Обычная пайка. Какой даун это придумал. И она сместилась и не достает. То есть контакта нету. Я не знаю вообще. Автозвук это просто, ну, дебилизм конченый.
покажу, что я вчера сделал, чтобы послушать музыку и понастраивать. Офигеете. Его, конечно, постоянно вырубало, но это, ребята, реально штучка. Дотронулся до корпуса, отключил. Никаких нахуй не надо ждать, пока сгорит машина, потом сгорит эта хуйня. В общем, я поставлю, поеду сейчас за нормальный вот такой вот автомат, прикручу его вот сюда, вот-вот, там есть куда прикрутить. И буду ездить с автоматом, и насрать мне вообще, кто что говорит, ебать, как там должно, как там не должно быть, блядь. Это лучше, чем покупать автозвукерную парашу какую-то за 300 рублей, блядь, и она у тебя будет в моменте разваливаться, когда ты хочешь музыку послушать. Ну нахер это нужно, блядь. Покажу внешний вид именно отсюда. Вот так это выглядит с машины. Да, здоровая хрень. Так выглядят усилители. Так, плюс у нас вот он приходит, один, он раздваивается здесь, это я вчера проверял просто, минусы прикручено два, минусы прикручены на корпус, под сидушкой болта, вот, ну более чем для таких малюсеньких усилителей по маленькой мощности более чем хватает, еще здесь пылесосить, я вчера здесь все, блядь, ухандокал уже вечером, поэтому придется уборку сейчас делать, сейчас заделаю все и... поеду на мойку, потому что мне уезжать через 2 дня, мне нужно машину готовить. Ну, в целом, если САП убрать, такая вот полочка. Миша М отдыхает. У меня-то полочка побольше, мне сюда можно и 2 18-ки засунуть. В принципе, влазят, мерил. Вот так вот блины такие, чпум-чпум, здоровые. Не то, что там 15-ки.